все написано, но все же. Для того, чтобы создать контракт, даже удаленно, по доставке, используя Moonfire Service Provider, необходимо зайти в свои персональные ассеты, выбрать необходимые ассеты для доставки. В данном случае я выбираю, например, Compact Interdiction Nullifier. Можно, допустим, ну, Rorik'у нет. Можно, допустим, Cadmium. И вот так вот через Ctrl повыбирать то, что тебе нужно. Но я выбираю одно. Я вот выбираю одно. Нажимаем «Создать контракт». Курьерный контракт, приватный. Здесь выбираем Moonfire Service Provider. Нужно потом убедиться. Здесь можно отредактировать. Например, если я хочу отправить не 30, а 29, то я могу сплитстэк сделать. И вот у меня 29 отклеится через сплитстэк. Я здесь в этой части даже удаленно могу отправить только кусочек необходимых мне вещей курьеркой. Но все равно я хочу целиком отправить. И вот здесь показывается количество айтемов в M3. Это нам цифра нужна. 295. Запомним ее. Нажимаем Next. И теперь мы откроем калькулятор. И 295 умножаем на тариф. Moonfire тариф 2500. Получаем 734 500. Я обычно округляю чуть-чуть. В данном случае можно отрулить, допустим, до 750. 750 вводим в реборд. И теперь нужно ввести куда. Значит, я вот сейчас, у меня тут прервано, но вот жито. Я, допустим, нажму поиск, и у меня показывается станция, которая есть в жите. В жите есть 4.4 Caldari Business Tribunal и 4.4 Caldari Navi Assembly Plant. Так вот, нас интересует Caldari Navi Assembly Plant. Именно это является торговым хабом. Нажимаем ОК. Expiration 1 неделя и дней для завершения 3 дня. Это рекомендовано Moonfire. Больше ничего заполнять не нужно. И здесь мы видим вот эту важную цифру, нужно убедиться, что здесь не меньше 2500 иск за метр кубический, потому что тариф 2500. И дальше еще раз проверяем, что это курьерный контракт, приватный, что это Moonfire Service Provider. То есть, потому что там может что-то другое вылезти. В данном случае я по плюсику смотрю, ну и вообще просто всматриваюсь. Вот. Можно проверить, что конкретно мы отправляем. Вот наше 153 М3, жито, откуда-куда, нажать. И все, контракт создан. И при хорошем раскладе он будет в течение одного дня уже выполнен.